Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Тигран про тачки. Здесь мы продолжаем разбираться про все, что касается мира автомобилей. Углубляемся в его особенности в Украине. Смотрим там, что, где, как, чего меняется в связи с вообще всей сложившейся мировой ситуацией. И сегодня у нас будет такая тема. Мы в прошлых видео затрагивали уже тему растаможки автомобилей. Сейчас у нас тоже поговорим про растаможку, потому что у нас последние 3 месяца была бесплатная растаможка с апреля по июль. Потом с июля ввели там опять платную растаможку, но все-таки для некоторых автомобилей, для некоторых видов автомобилей эта растаможка осталась бесплатной. Смотрим. Ребят, не забываем ставить видео лайки, писать вниз комментарии. В комментариях вы можете писать свои все вопросы, которые вас интересуют, чтобы я собрал инфу и предоставил вам ее. Можете писать свои мнения, осуждения, поддержание, да, там, поддержку и так далее. Вот, конечно же, там, подписываемся на канал, ставим колокольчики, делимся этим видео в своих соцсетях и вообще будете вот такие вот красавчики. Вот, по бесплатной растаможке, да, вот, в связи с введением военного положения, там, большими трудностями в экономике и так далее, для поддержания населения в правительстве в конце марта было сделано такой законопроект, да, и они потом его приняли и ввели, он стал действующим, это бесплатная растаможка всех ввезенных автомобилей, она действовала с первых чисел апреля, и вот 1 июля она закончилась, все, кто не успел ввести машину, должны платить. Если у вас неопределенные там виды, типы автомобилей, какие именно, сейчас мы разберем. Но пока хочу сделать такое маленькое отступление, это в качестве просьбы, в качестве рекламы, не знаю, оценивайте это как хотите. В описании к этому видео есть ссылка на проект моего товарища, который вот хочет запустить такой онлайн-игровую платформу для людей. И пока мы ее просто тестируем, да, вот, то есть он там... Сейчас не обязательно туда вносить никакие деньги, никакие регистрации, ничего. Вы можете просто зайти, посмотреть, какого типа эта игра, что там можно играть, как там можно выигрывать и так далее. Там есть демо-версии, есть бесплатные версии игры. То есть посмотреть, разобраться, понравится, не понравится. Кстати, по поводу этой игры вы тоже можете написать в комментариях. Ссылочка в описании. Проходим и смотрим. Дальше, по поводу растаможки. Значит, для... основной массы автомобилей растаможка все-таки стала платной. Но она осталась бесплатной, как и была уже много лет до этого, для электромашин, для электромобилей, именно полноценных электромобилей, в которых нету никакого типа двигателя внутреннего сгорания на борту, то есть ни в качестве генератора, ни в качестве там типа источника альтернативной энергии, ничего, то есть вот только аккумуляторная батарея и электромотор, это там Теслы, Лифы, ну короче, всевозможные электромобили, я думаю, про электромобили мы как-то разберем отдельное видео, но вот все они заряжаются, таможатся бесплатно. Вот, абсолютно, вне зависимости от стоимости, вне зависимости от назначения, для какого покупается этот автомобиль, вне зависимости от там, бренда, марки, из какой страны, от состояния, новый, бэушный, неважно чего, то есть, если это чистая электричка, она полностью бесплатная. Дальше, второй момент, который есть сейчас по бесплатной растаможке машин, и именно традиционных машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания, это машины, которые идут для армии, для ЗСУ. Почему это так? Потому что эти машины проходят по категории гуманитарной помощи, то есть они, может быть, не совсем, скажем так, это боевая машина, на ней нету там пулемета, автомата или еще что-то закреплено, то есть это обычный автомобиль, но он идет на нужды ЗСУ, то есть какие-то там подвозы, перевозки людей, там бусики, пикапчики, джипы, то есть вот что-либо, все это такое. Но здесь начали такие появляться, да, там какие-то в новостях информация про какие-то схемы ввоза, то есть, что, грубо говоря, там берут джипы, вроде как для ЗСУ, их возят, ну, а потом это получаются обычные тачки. То есть, вот, чтобы такого не было, сделали очень четкий мониторинг со всей этой историей, да, с ввозом этих тачек, и очень четкий порядок их регистрации. То есть, каждый автомобиль, там записывается ВИН-номер, там записывается... там цвет, тра-та-та-та-та-та-та-та, вот, и он потом ставится обязательно на учет
к определенной воинской части привязывается. То есть это не, ну, это не будет гражданский автомобиль на гражданской регистрации, у него специальный военный учет, он четко привязан к определенной воинской части, там по там, ЕДРПО этой воинской части, ВИН-номер, то есть вот, чтобы каждый автомобиль, который едет на непонятной, да, вот такой вот негражданской регистрации, который не был растаможен по правильным, по стопроцентным, да, вот этим вот всем ставкам, то есть, чтобы за него было ответственно конкретное там воинское лицо, конкретная воинская часть. Вот, и неважно, в принципе, какого типа этот автомобиль, то есть, он возится без растаможки, то есть, неважно, молодой, да, там, то есть, свежий или старый, с маленьким или с большим объемом двигателя, дизельный, бензиновый, гибридный, то есть, любой автомобиль возится бесплатно в качестве гуманитарной помощи, но только используется военными для нужд армии. Вот. И третий этап, ну это вот не этап, а третья группа машин, которые возятся без растаможки, но она пока еще не работает, и там не совсем это будет бесплатно, то есть там еще пока идет дискуссия, как это будет все оформляться. Есть варианты, что это будет половина вот этого таможенного платежа оплачиваться. Это за гибридные автомобили, то есть это за машины, которые имеют и электрический, и бензиновый двигатель одновременно, они могут ездить и так, то есть там будут и плаг-ин-гибриды, и традиционные гибриды. Вот все то, что умеет там и ездить бесшумно и одновременно тарахтеть, оно будет, ну, по проекту растамаживаться с 50% скидкой. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы как бы у нас есть глобальная политика страны на улучшение там зеленой экономики, да, правильно как-то сказать, то есть ну, на внедрение всех вот этих вот экологических новых технологий, и гибриды это, понятное дело, что одна из новых экологических технологий в алузе автомобилей. В разделе, да, в, не знаю, как по-русски сказать, ну да, наверное, в разделе автомобилей, в сфере автомобилестроения, вот, то есть для того, чтобы поддержать экологию, для того, чтобы уменьшить выбросы, для того, чтобы пересаживать все-таки людей со старых, древних, вонючих, корчевых на более-менее современные, нормальные автомобили, чтобы это еще было экологично, экономично и выгодно всем. Вот такая вот есть законопроект. Я думаю, в одном из следующих видео мы разберем с вами, какие бывают электрички, да, то есть, чтобы понимание, какие бывают гибриды, потому что с гибридами там запутанная история, их там несколько разных видов, они по несколько, по разным вообще принципам работают. Поэтому на этом, в этом видео все. То есть, по сути, у нас пока на данный момент есть бесплатная растаможка для военных, бесплатная растаможка для электрокаров и, возможно, будет 50% растаможка для гибридов. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, пока!